Пиво Вольфа Сангельман. Бренд пива из Литвы, который очень часто можно встретить в продаже в наших магазинах. И, как и все прибалтийское пиво, довольно привлекательно для нашего покупателя. Опять же, тут целая пинта, 0,568 литра. Сверху на банке вот такая крышечка из фольги. В интернете пишут, что, дескать, этот стандарт ввели после того, как по банке на складе где-то пробежала крыса, кто-то попил из банки и помер. Эту историю я, честно говоря, считаю городскими мифами и легендами, однако вот эта вот прекрасная алюминиевая крышечка свою, конечно, фишку привносит. У пива очень насыщенный солодовый запах, по этому запаху можно подумать, что пиво довольно крепкое. Такой же запах я припоминаю у пива 387. По вкусу тоже вообще не ощущается, что в пиве 5,2 градуса, кажется, что здесь все 6,5, а то и больше. И несмотря на то, что вкус вполне себе добротный, это пиво мне кажется чуть улучшенной, проапгрейдженной версией обычного какого-нибудь светлого пива из нашей разливайки. Вонюченькое, с хлебным привкусом и неприятной отрыжкой. Но все же действительно лучше многих недорогих отечественных сортов пива. Но хуже европейской классики. Так что не вижу никаких причин его не покупать, если оно вам нравится.